Нет, за семерых не получится бегать. Так, два человека. Мальчишка, давай к нам. Кто-то говорил, тут засиделся и сидит до сих пор. Мамочка. Итого у нас только... У вас тут семь? Ага, молодцы. Вас четыре, еще надо... Так, уже пять, уже хорошо, шесть, семь. Вот и отлично. Итак, друзья, я вам раздаю листики с буквами. И второй команде. На этих листиках написаны буквы «Свадьба». Буковка сюда, к нам. Вот так, да, лицевая сторона. Вам нужно будет отгадать слово и быстро его выстроить. Какая команда быстрее всего будет выстраивать слова, та команда и победит. А жених и невеста смотрят, кто из команд быстрее будет это делать. Только вы буковками сюда. Запоминайте, у кого какая буковка. Миха. Буковками сюда, хорошо. Отлично. Не, можете сейчас свадьбу не вырисовывать, она будет аж в самом конце. Они не вырисовывают. Держите буковками сюда, чтобы мы знали. Итак, вы готовы? Да! А вы? Да! Готовы, хорошо. Итак, по явлению Девы, Евы, был кто? Нет, еще не выстраиваем. Еще не выстраиваем. Я спросил, кто уже пошло. Адам. Это так просто для развития. Конечно, был рад Адам, но за яблоко теперь он не допущен в райский сад. Быстро выстраиваем, выстраиваем. Сад уже есть, вот жених смотрит, твоя команда быстрее выстрела. А что у вас? А, даст. Даст какой-то у вас. А с той стороны. Ну лучше с этой выстраивать туда. Ну вообще-то тут сын должен с другой стороны. Ладно, хорошо. О любви поет нам Басков каждый день и каждый час. Только жаль, что голос тенор, а не мощный, громкий. Быстрее, быстрее, быстрее! Опа, мы смотрим. Так, команда выстроилась. Молодцы. Хорошо. Продолжаем. Все мы знаем Казанову, он влюблялся и не раз. И в амурных похождениях был непревзойденный... Бегом выстраиваем, что вы стоите? Давайте, давайте. Не, не аду, ас. Вот так вот. Ну, для кого-то, возможно, миллиард. Так, хорошо. Продолжаем? Команда невесты готова? А давайте вместе вспомним мы Онегина сейчас. Жаль, что он тянул с признанием «Я люблю». «Я люблю». Хорошо, команда, молодцы. Продолжаем дальше. Долгожданное свидание выше всяческих наград. Ведь для любящих разлука это просто сущий... Быстро, быстро, быстро! А что у вас там? А, молодцы. Ну и напоследок. Ну а в общем-то итоги... Нет, не свадьба. Это шутка была, что в конце будет свадьба. Но в общем-то итоги, так хотел бы я сказать. Всем мы вам желаем счастья. Ведь у них сегодня...